бывает такая. Там он снимает ее севером. Солнце текст, а есть режима. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Вот сейчас мы едем в сторону Итум-Кали. Вот такие красивые места у нас. Горы, реки. Не удержались, спустились до того места. Мы спускаемся на реку Аргун. Короче, река Аргун вот там, а мы вот здесь. Так, аккуратно спускаемся. Просьба не повторять. Это опасно для вашего здоровья. Не повторяйте. Это... Ой-ой-ой-ой. Вот оттуда мы и спустились. Это река Аргун. Самодела! Вот, Амир тоже последовал моему примеру. Тебя за ступеньки он! Тебя за ступеньки он! Повосолец! А как бы миллион, ажал? Как бы нам отдать? О! И прыгай! Еще прыжок. Нелегка наша блогерская работа, Баля. Уже кисти мол. Аккуратно. Так, наш брат Амир тоже не послушался дом. МЧСник был. И спустился сюда дом. Но это уже вид совсем другой. Это самая бурная, самая быстрая река Аргун. Это ущелье. Дальше уже пропасть, дальше уже нет.
Давижи, кукшт. Ага, давижи, кукшт. Кукшт, что, мы будем? Да, вот кукшт шел. А, это дата уже, спутки. Ага, тут, дата уже, эй. А, это тут, дата уже, кукшт, Сани. Вот. Шикваг, шикваг. Подписываемся на канал. Здесь Кавказ. Дети гак стаж, алло. Рывок давай, рывок. Не, рывок. Нам нужен рывок. Прыжок давай. Нам нужен рывок. Давай. Опа. Времени на раскачку нет. А? Эй, дай и валивай сейчас. Когда будет, не смешно. Подурачились и хватит. Или поигрались и хватит. Поигрались и хватит. Все, поднимаемся. А? Карабкается, да, братуха? Амир! Эй! Чё, махтуал? Махтуал, чё, подписываемся? Наш брат просит, чтобы вы подписались на канал «Жизнь Кавказа». Подписываемся. Пишем комментарии. Ставим лайки. Так, вот это самый опасный участок. Все сыпется из-под ног. Все бежит. Выключаем камеру. Мы поднялись оттуда. О. Друзья, приезжайте, гости. Тут неописуемая красота. Все. Двигаемся к нашей цели дальше.